Мы идем за советскую родину, нашим классовым братьям помочь. Каждый шаг нашей армией пройденный прогоняет зловещую ночь. Белоруссия, родная Украина, золотая, ваше счастье молодое, мы стальными штыками оградим. Эх, ваше счастье молодое, мы стальными штыками оградим. Вражья сила качнется и сломится на штыках наших доблестных рот. Артиллерией, танками, конницей мы проложим дорогу вперед. Белоруссия, родная Украина, золотая, ваше счастье молодое, мы стальными штыками оградим. Эх, ваше счастье молодое, мы стальными штыками оградим. Подъем, первая рота, тревога! Сомнительно. Ну? Война началась, да? Прорыв? Туда, не до конца. Хватит, давай, бегом. Портянку навернуть не успел. Ногу задрать. Да, сейчас. Держи, мужики. Ну, давай. Так, лес будем прочесывать. При оказании сопротивления стрелять. А война? Вот так. Успеешь, придурок. Никуда она от тебя не денется. О! И совета! Рота, слушай мою команду! Вера, Грищев! Юрка, посмотри с той стороны. В сарай не заходи. А чё там? Чё? Ну, если ранен, отлежаться где-то должен. Почему-то не пригнулся. Бесполезно. Когда идешь на пулю, надо идти уверенно. Соседи, с хутора. Соси, пап, дай нам сумеч не пугали, да? Мумс реки щенаут. Надо топать, а то им сделать. Здравствуйте. Он? Он. Немец, поляк? Не спросили. Зря вы не пошли. Ну и как его взяли? Да никак, он застрелился. Правильно, о присяге помнил до конца. Так это их присяга, а не наша. Это для тебя их, а для него своя. Кончай дурацкий разговор. Thank you.
Давай. Водолюты. Здорово. Сколько раз объяснял? Долго не целься. Браво, браво, браво. Мадам? Мадам офицер? Женщины у нас боевые. Алис из Гуд? Пантма. Орден? Значок. Брашиловский стрелок. Что-то есть? Брашиловский. Министр, по-вашему. Десятку бьем. Может быть, паны пиф-паф? Бита. Саша, у тебя деньги? Опа. Опа. Прошу. Доронин. Угощай. О, прошу. Доронин. А вы понимаете, где вы находитесь? Вера Семеновна, в братской Литве. Мальчишки. Лобей сканул. Лобей. Возьуем, возьуем на мо. Лиса Гару. Помигай. Лемингой. Лемингой. Лиса Гяров. Молодцы. Молодцы, сегодня дома кино смотреть будут, а мы здесь вкалывать. Пошла. Ну, тебя за наши грехи. Юрку за самоволку. А нас с Лёшкой всегда есть за что. А вот Петров-то с Иваном за что на Ряцк попытали? Иван сам напросился в лес. А Петров знает очень многое. Особенно по-литовски. Я и говорю, Ванда, все люди братья. А она немцев ненавижу и все. Она литовка? Не, полька. В иностранку втюрился. Так она ж теперь наша. Я ей про Днепрогест, про Челябинский тракторный. Ну? Ну, а все, какой у меня дом, да сколько я получаю. Воспитание какое, понял? Мелкобуржуазное.
Нужно было еще про сталинградский трактор изогнуть и... Не знаю, что делать. Часы у тебя, Никитин. Все хочу спросить. От отца остались. Умер? Погиб. Именные? Он комбригом был. Вали. И война, что ли, началась? Ох, и придурок ты, Юрок. Нет, Иван, представляешь? Война, а он к ней на белом коне. Голова обвязана, кровь на рукаве. Да. Или шпору ей от него принесут. Она ее за печь просит, другого мужика найдет. Чего другого? Ну, а ну, проси пощады! Пусти, черт окаянный! Вань, расскажи что-нибудь про финскую. Чего рассказывать? Видишь, снег шевельнулся. Сразу туда пулю. Не успел они тебя промеж глаз. Вся арифметика. А ты их в лицо-то видел? А зачем мне на них смотреть? А тебе что, не терпится, да? Они не будут воевать на два фронта. Они же никак с англичанами разделаться не могут. Тебе, Петров, не у нас в бригаде, а в генеральном штабе сидеть. Так у них же восстание в тылу начнутся. Да Коминтерн, все станут. Чего же они сейчас-то не стали? Юра прав, кого ты равняешь? То Англия, а то мы. Первая родина рабочих. А чего же они сейчас нас, огневиков, здесь держат? Наш бронепоезд, чтоб соблазна не было. Машина! Точно! Ну, Серега, ты даешь, я тобой восхищаюсь. Да, правда. Ты чё, очумел? Да кто вас знает, кто вот такие. Юрка, давай. Где ж по-русски, во всю глотку. Так ты сразу не разберешь. Испугался, ли? Ну. Военный городок знаешь? Ну. Давай, давай. Ну, ну, поехали, ну. Поехали. Привет, отец. Добрый день. А долго? Говорят, скоро война будет. Кто говорит? А с кем, батя? Что говорят? Ракета. Дай. Ты смотри, а? Немецкая. Ну, откуда-то? Ты еще откуда такой взялся? Из Курска? Из Курска.
хочу, у них оружие есть. А у нас нет, надо отходить. Пошли. Машины! Там дорога. Немцы. Откуда столько-то? От дяди. Я сам видел. Юнка! Юнка! Могу. Ну, гады. Он вернется. Бегом до тех кустов. Давай. Ну, Алёха, ты молодчик. Он ему как тот за мотоцикл. Давай, давай, давай. Воду, воду. Падлы. Падлы. Потом, потом, Ваня. Я взгляну, есть ли кто. Все спокойно, свистну. Пересекать рассредоточно. Костя, ты что, заснул? Всех не похоронишь. Кажется, опять. Пошли быстрее. Юра! Тише, тише. Успокойся. Успокойся, ну. Лёшка! Откуда ты его взял? Откуда, откуда? В капусте нашел. Ты с ним цацкаешься. А его папаша в нас из кустов стреляет. Брось его к черту и пошли отсюда. Подержи, Серега. Ты так считаешь? Да, я так считаю. Гад ты, Урин.
Какой ветеран. Шкурник ты. Все забыл. Вот так вот. Да пусть! Там всего две ракеты было! Пусти! Дай ребенка! Пусти! Смирно! Значит так. Еще раз, кто с оружием баловаться будет, предупреждать не буду. У всех нервы. До ночи сдать пацана литовцам. Где оно, оружие-то? Все. На крыльцо, как подкидыша. Собаки закусают. Ну, ладно, жди здесь. Комис Рейкер. По-русски я не понимаю. Я позову люди. Ребенок у нас. Возьмите ребенка. Какой ребенок? Ваш? Мальчик. На дороге нашли. Может, нам лучше разговаривать в доме? Пойдемте в дом. Что думаете делать? Сдаваться? Сознательность не позволяет. Что есть сознательность? Присяга, понимаете? Но вас убьют. Возможно. До свидания. Какое имя? Неизвестно. Нет. А ваше? Красноармеец Никитин. Красноармеец Кузьмин. Самый-самый. Ты мне все-таки объяснишь, что происходит. Ну, мы ладно. Но армия где? Война где? Оставьте Петрова. Это чего же? Мы все об этом думаем. И об этом надо поговорить. А, очевидно, идет маневренная война. Противник, очевидно, прорвался здесь. Мы где-то в другом месте. Возможно, на Кенигсберг. Ребята, там наших! На дороге! Где? На дороге! Наши дни! Уронила. Что это? Ненавижу. Видишь, тихо.
Где она живет, твоя Ванда? Шестой дом. Да ты знаешь, как она немцев ненавидит. Ванда, говорю, все народы братья. Мол, тебе это буржуазный национализм проявляется. Она как-то шипит по-польски. Ну, ты умеешь в любви объясняться. Пойду, ага. Да я быстро. Как дела, Ванда? Где немцы, где наши? Пойду, а? Может, ему гимнастерку снять? Да нет, ну что ж, я перед ней в таком виде, что ли? Верно, перед женщиной нельзя. Ладно, иди, Юрка. Только смотри, не на свиданку идешь. Давай осторожнее. Ну, Иван, я пошел. Иди, иди. Про жатву не забудь. Ты что это, Петров, все молчишь и молчишь? Раньше как радио не переставал. Все было понятно, от чего, почему. Теперь все молчит. У тебя, Урин, круг мышления ограничен. Ты можешь понять только то, что видишь. Ребята! Там немцы! Не надо, Ваня. Ай! Пьё? Билли, scheint unzufrieden zu sein. Mein junger Freund, was fehlt dir? Да пошёл ты. Aufstehen! Ну, а то... Ваня! Aufstehen, verfluchter! Чёрт! Я недомерок! Ванда! Ну, пойдёшь один на один!
вот возьми. Ты давай смотри, чтобы не засекли. Винтовка. Два патрона. За двоих отметимся. Ну что там? Уходим. Смотри. Один. Я беру винтовку. Винтовку я не дам. Ладно. Я выхожу и поднимаю руки. Ты что? Оружие. Ну смотри, Иван, только без промаха. Как только кинусь, все ко мне. А если немец успеет взять автомат? Успеет, значит, возьмет. Никитин за старшего. Все правильно, только пойду я. Или я. Я. Ясно? Все. Двое вылезли. Костю догнать? Ладно. Патроны тоже два. Er ist gekommen, um sich zu ergeben. Иван.
Не стыдно? Мародерствую. Жрать охота. О. Бросай все к черту и пошли! Бегом! Зачем пошли? Машина есть. Ребята, берем оружие и уходим быстро. Петров, винтовки не забудь. Степа, я уже за рулем. Ну ты даешь. Значит, побьем их. Ты что, уже выпил? А ну-ка давай в кузов. Приказ. Приказ. Значит, уже соскучились. Давай, давай. Ну, пока, Степа. Так. Смотри! Смотри, наша! Выходит, мы ее освободили! Да. Да. Ну. Мотоциклист, Степа! Дави! Черт! Пусти! Боитесь задавить рабочего или крестьянина в солдатской форме? Не мешай, Ваня, не мешай. Ох, мы какие! Ох, мы какие! А Юрка забыли? Забыли! Прекрати! Иван, не надо! Не надо! Не надо! Нам больно! А мне не больно! Хватит юродствовать! Да ты что? Останови машину! Останови машину! Не надо, Петров, так. Со мной так не надо. Я знаю, ты грамотный, сознательный, но со мной так не надо носом. Я тоже. И не люблю, когда со мной. Оставить. Оставить. Иван. Для тебя приказ есть. Что это я вдруг нехорошим стал? На озере двоих завалил. Герой, да? Может, и герой. А Юрка никого не завалил. Он кто? Ну что, поехали? Наговориться никак не можете. Юрке не повезло. Ну ладно. Все. Потом. Куда можно? Налево Вильнюс, направо Гродно. Пока прямо. Was schweigst du und nickst mit dem Kopf? Oder bist du ein Volltrottel? Mal los, na los! Los, fahr doch endlich los und bleib nicht stehen! Was stehst du denn immer noch hier herum? Mal los! Tempo! Los, fahr! Fahr doch endlich los! Что это он? Я так, не в свой ряд встал. А ты что, по-немецки понимаешь? Откуда? Правил понимаю. Вот
Los, schneller, fahrt! Fahrt zu! Schneller! 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 Los! Los! Schneller! Schneller! Ein Schwein wie du sollte nicht hinter das Lenkrad! Los! Weiterfahren! Los! Tempo, Tempo, Tempo! Schneller! Fahrt! Алешка, ты чего жмешься? Граната! Ах ты, умелец народный! Рука устала? Устала. Чеку выдернула. Вы только вдвоем не держите. Понадейтесь друг на друга, взлетимся к чертовой матери. Остановимся в лесу, взорвем. Машины! Если что, будем прорываться. Всем лежать, стрелять от заднего борта. Я здесь. Иди. Степа, давай! Давай, Степа, жми! Все живы? Все. А граната где? Тю-тю. Быстрее можешь? Почему? Баллоны пробиты. Давай остановимся. На таких баллонах далеко не уедешь. Глуши! Степа, давай сюда. Так, мы со Степой встречаемся у той сосны. Держи патроны. В бой не ввязываться. Иван, смотри. Степа, машину бросим здесь. А бензин слить, она взорвется. Запаски нет. Давай, беги. У нас на базе одни полуторки были. Степа, иди садись за руль. Садись. Давай, Степа. Ну, давай. Давай. Хорош. Степа, давай толкать. Вот салага. Средь бензин взорвется. Давай толкать. Kann nicht weit sein. Что ты там? Сейчас, сейчас. У меня вообще-то ноги хотели комиссовать. За баранкой это вроде и ничего. Давай винтовку. Нет. Приказ. Иди, Степа.
Давай, давай, Степа. Порядок, Костя. Замотал меня Степан. Тут немцы вот-вот появятся. А он мне про гражданку рассказывает. Железных нервов человек. Тебе, Степан, за личную выдержку и проявленное мужество объявляю благодарность командования. Служу трудовому народу. И всему личному составу отделения. Ты, Саня, нельзя нам болеть. Лаба Дена. Лабас. Мы, красноармейцы, хотели бы купить у вас еду. Для супранто. Дена. Лабас. Альги, отнешь Керви? Мы бы хотели получить у вас еду. Мейсто. Мы не продаем. Так у нас и денег нет. Но мы можем оставить расписку. Вы собираетесь вернуться? А как же? Как же мы вас оставим в беде? Мы же за вас отвечаем. Маневренная война. Твоя баба что, не понимает по-русски? У меня не баба. У меня жена. А-а-а. Ну-ну. Костя. Иди за ребятами. Костя. Отойдем. Мы кто? Грабители, мародеры? Мы для чего просим? Ты, ребят, не смущай, у них совесть чиста. Этот чумак уладская. Его тоже можно понять, уклад жизни. А как насчет братства? Брать будешь. И ты тоже. Все, исполнять приказания. Есть. Посетрок. Ты же, дядя, бывалый человек. В армии, наверное, служил. Ты что, не видишь, в каком мы положении? Если так трудно, зачем мучиться? Сдавайся. Посоки к маме, как подет он стал. Стой! Ты что ж, гад, нервы мотаешь? Тебе жатвы жалко, а мы жизнь отдаем. За меня свою жизнь не отдавай. Есть оружие, бери сам. Эй, Кольги. Это хорошо, что ты гордый. Ты видишь автомат? Он немецкий.
Мне его не подарили. Придут немцы, мы тебя выпустим. Жену, старуху, детей твоих, свиней, нам чужих жизней не надо. А мы займем круговую оборону. Сдаваться мы не будем, понимаешь? Понимаю. А что останется от твоего хутора после боя, понимаешь? Спасибо, хозяйка. Расписку писать? Нет. Больше у нас ничего нет. Могу предложить только винтовку, и то немецкую. Кажется, далеко? Километра два с половиной. Поднимай, ребята. Бери своих и уходи. Офицер, прошу вас, не стреляйте. Спрячьтесь там. Они уедут. Делов-то. Как приехали? Одна машина. Подпустим и... Прошу вас. А если продашь? Я? Никак. Да что вы? Альги! Альги! Проводи панов офицеров в сарай, ир-попу, все есть. Вы будете стрелять, а нас сожгут? Значит, мальчишку под залог. Здоровьем своей матери. Мы вас отблагодарим. Я засмотрю. Ладно. В сарай. Эдварда! Эдварда! Попроще принимал. Заводной у тебя, папаша. Ка. Ка. Так хозяйство прогулять можно. Слава Красной Армии! Немцам тоже кушать хочется. Свинью! Эйч! О! Шементингас из Сметона! Deutsche Wehrmacht! Их! Вывесим! Эндикис! Ja, ты смотри, деньги дают.
Все, берите. Брось, отец. Успокойся. А? Бывает. На! Не надо. Сын смотрит. Жена у тебя хорошая. Хозяйство. Гивянимас. Шунишка с гивянимас. Тебе. Куда его? Расписку. Что? Расписку. И с собой им дай. Иди, Киронин. Гора. Надоело прятаться. А жить тебе не надоело? Подожди, Тамурин и Степа. А чего он остановился-то? Schauen Sie mal nach, Soldat Müller. Na, was ist da? Hier sind die Toten. Ein Friedhof. Kommen Sie zurück, Müller. Выходить на берег! Франко! Руки! Положить документ. Отойди. Отойди! Сам есть боец Красной Армии. Вы имеете командира? Ведите. Курсант Вильнюсского пехотного училища Стонкус Йонас. Давно не ел. Пенькюс Дионас. Пять дней. У нас есть что-нибудь пожевать? Литовец? Так есть. Вольно.
Держи. Домой пробираешься? Мой дом советская власть. Ладно, ладно. Ешь, потом расскажешь. У вас караульная служба плохо поставлена. Почему никто не охраняет? Слушай, откуда он взялся, а? Да как тебе сказать, Костя? У речки познакомились. Товарищи бойцы были задержаны мной по причине недостаточной бдительности. Угу. Чего же вы так? Еще один Петров на мою голову. Сюда, сюда! Тут они! Да откуда же они взялись, ага? Ой, баронки, ты что ж это роди? Роди, сдымай, кучай, кучай, сдымай! Немцы ж прыгают, убачут, убьют же тебе! Тихо, баба! Мужиков, при присяге нельзя на штатское! Тихо! Убьют же! Немцы есть в деревне? И наших нет. А из штатских есть кто, из мужиков? Есть! Учитель Петр Николаевич. Мойтесь и вы. Белизна мужика там. А у вечера ваша помыла. Спасибо. Петров, смени Серегу. Есть. Даремно вы беспокоитесь. А немцам тут робить нема чего. Яны на восток пошли. А ты почему не в армии? Нас предали. Кто вас предал? Саша. Есть. Их же окружили. Самолеты, танки. Куда же им с винтовками? Аля. Вы не подумайте. А мы не думаем. Иди мойся. Оружие прихвати. Зачем? Зачем, чтобы нас не предали. Что же это вы? Разве так можно с людьми? Я гляжу, у вас оружие немецкое? Немецкое. А у вас? А нас бомбили. Потом танки. Командиров нет. Вообще непонятно, кто и где. И домой, да? Так. А что, с винтовками супертанков? Ну да, страшно стало. Страшно. Ты, говорят, учитель. Так, назва одна. До войны посылали в Могилев, два курса отучился, потом в армию. Здравствуйте. Кем ты был? Замполитрука. Газеты читал. Газеты. Так он же не военный. Загадали читать, читал. Так. Первый парень на деревне. Звали учиться. И этот первый парень из армии сбегает. Ёмте, что виноваты? Гора и есть гора. Что ж вы, ели, пили? Тише. Добро. Вось вы идете. А якая у их армия, вы видели? Якая организация? Яны уже под Смоленском раз месяц в Москве будут. Другие тоже, вось так, как вы, в штыки. Одеянные. Мертвые лежать. Есть мертвые, а есть павшие. И мы выиграем эту войну, которую ты уже проиграл. И судить тебя будем. Сейчас враг силен, и вы растерялись. И страшные смерти ничего не видите. Но я, командир Красной Армии, говорю вам, есть в России другие люди, для которых выше смерти. Долг и совесть. Уходим. Да, уходим. Учитель с ними пойдет. А сколько есть?
В одной нашей деревне, почитай, человек 12. Слушай, наш день придет, и мы вернемся. И спросится тогда с каждого, где ты был, когда земля твоя корчилась от боли. Где ты был и чего ждал? Торопятся, сволочи. Гав-гав собираются делать. Так, ты и ты из кювета от самой дороги. Только пугануть. Серега, смотри, 2-3 очереди назад. Алешка Петров, если раним, придется вытаскивать. Так что вплотную, лесом. Давайте. Гранату оставь. Мы втроем отсекаем. Три очереди и отход. Правильно. Отходи. Командир давал приказ отходить совместно. Все! Я имею приказ отходить! Правильно. Отходи. Отходи. Бери и отходи сам. Как ты имел совесть подумать?
Патроны есть? Откуда? Пошли, пошли. Дай-ка планшет. Ну вот здесь мы, а здесь уже фронт. Быстро доберетесь. А товарищ Сталин где? Сталин на месте. Ну а что? Что-что? Почему? Как могло, ну? У нас ведь была такая превосходная армия. Танки, самолеты. Что произошло? Самолеты у нас и сейчас есть. Армия, как и была, самая лучшая. Внезапное нападение. А Сталин? Что Сталин говорит? Он и сказал, коварное нападение. Основные их силы мы уже перебили, но и у нас есть потери. Отечественная война объявлена. Отечественная? Опять? Это как с Наполеоном? Считай, почище. Все. Тыл и фронт. Дети, женщины. Старики, все забудь. Все болячки, все личные дела, завяжи пупок и бей. А бей, чем можешь, ясно? Ясно. Служим трудовому народу. А эти разговоры, ребята, почему самолеты, танки, это вы бросайте. Паникерские разговоры. И чтоб вы знали, всякие следят. Всякие среди окруженцев люди есть. Проверять надо. Это кто же окруженцы? Кто-кто? Да вы вот. А теперь я с вами. Здравствуйте. Здорово. Там этот ваш товарищ на дороге остался дозорить. Понял. Давай. Планшет? Здесь. Номер полка запомнил, сразу сообщи. Ну ты хоть одного-то сбил? Сбил. Сбил, отец. Ну тогда герой. Вот сейчас поедем. Вечер у нас серьезный. Кладусь. Еще при Николке был. Спасибо тебе будет, отец, от всей Красной Армии. Ага, сам Ворошилов приедет руку жать. Всем руку пожимать. Времени не хватит. Мы проводим. Кузьмин со мной. Есть. Урин за старшего. Утром вернемся. Не обижайся, пехота. Путь. Ты Красная Армия. Сидишь. Немец по твоей земле гуляет, а ты сидишь, спишь. Скажи, мать, толком, где? Да вода полна, станция немцев. Двоих бойцов они привезли. Двоих бойцов? Ага. Тут рядом. Рукой подать. Одного там мертвого, а другой живой вроде еще был. А повесили обоих.
Где ты говоришь, станция? Съездим, а, Петров? Бабка дорогу покажет. Ты что выдумал, Иван? Гранату дай. Одно больше не успеть. Нельзя без приказа. Ты еще будешь. Слыхал, как они над Серегой? А может, это не наши? А для меня все наши. Беги к тетке. Беги. Много их говоришь? Много. Ну, двух рожков мне хватит. Документы, медаль, Косте передай. Ну и поклон мой. Ага. Да ты, сынок. Поехали, поехали, мать. Я еще живой. Иван! Иван! Чего тебе? Подожди, я еду с тобой. Побеждают, у них фора. А если проиграют, что тогда нам с ними делать? Какие веревки видите? На что они надеются? Мы с ними на их языке разговаривать не будем. Мы Красная Армия, у нас своя мораль. Мы теперь за них сражаемся и за всех. Это ты за всех, а я за себя. За Юрку, за Серегу, за бабку вот. Сам что сказал? Братья и сестры, вот за них. А где твой Карл Липник, ты Клары Цеткин? Каждый на своем месте. Очевидно, есть тактические соображения. Но когда мы побеждать будем, немцы вспомнят. Для чего вспомнят? Чтобы братьями стать. Им бы сейчас стать. История, Ваня, не мы первые. Наша задача выдержать, не стать усталыми. Не забыть о главной идее, за что сражаемся. Был ты полудурок, полудурком и помирать едешь. Газет начитаешься, забастовка во Франции. Но чё тебе это Франция? Родственники у тебя там, что ли? Вот же твои люди, твоя земля. Об одном жалею. Заглянуть бы ей Германии в глаза и спросить. Ну так что? Да что ж твои детки нашу землю терзали? Вот что интересно. Ничего. Спросят. Спросят с фашизма, а не с немецкого народа. Да? И все забыть? Нет, Петров. Нет, дорогой мой Саша. Не для этого мы помирать едем. Я, по крайней мере. Thank you.
Я пойду первым. Точно вышли. Хорошая карта у летчика была. Смотри, такой грохот. Они не подходят. Боятся. Вот скоты, а. Нет, побьем бы их, Лешка. А? Побьем. Дерьмо! Ну-ка, сними. Перевязываться будем. Давай. Кого? Болел на гражданке. Затянул. Эх ты. Thank you.
у меня пузатая. В сентябре разродится. С ума, небось, сходит. Где я? А я вот он, сражаюсь за родину с тобой. Костя! Почему ты раньше ничего? Кто идет?